Добрый день, народ. Всем привет. Компания Крохмонтаж. Субботним утром, сегодня у нас 28 мая, 9 утра. Едем смотреть объект по Новой Риге. В принципе, как всегда, срочно. Да, по натуральной черепице будет осмотр объекта. Не факт, что мы еще его возьмем. Вот, но в принципе договоренность определенная с клиентом есть по телефону, да, то, что его надо срочно сделать. Бригаду бракоделов он хочет выгнать, ну, в таком духе. Район застройки, коттеджный поселок элитного класса в районе парка Миллениум, Гринфилд, значит, в принципе, там жилье такое элитное, лакшери. Вот это у нас парк Миллениум, это КПП. Красиво, дорого, богато. Не, это Ренессанс парк. Ренессанс. Все равно красиво, дорого, богато. Вон у нас пирамида какая-то. А, это целительное место. Да, здесь, в общем, по нынешним временам, я не знаю, что-то релаксируются люди. Да, да, да. Раньше так, Вася, нам куда? Налево, направо? Прямо? О, блядь. Вот мы уже на подъезде, дорогие друзья, вот заборчики. Здесь, да, элитная застройка. Земля очень здесь дорогая у нас. И дома здесь все под стать. Тут недвижимость стоит дороже, чем в Испании, в Португалии. Прости, Господи, что я говорю. Иногда даже и в Англии. Если домики интересные. И взять здесь подряд... Я вам скажу, довольно-таки удачное, так сказать, мероприятие. И можно крикнуть «Аллилуйя!». Тут даже строят, так сказать, на территории коттеджных поселков, парков, и скверы, и храмы даже, пруды, так сказать, просто находиться, инфраструктура развитая. Там можно не выходить вообще. Да. Да, и, так сказать, элитный район, так сказать, Подмосковья. Вот, поселок Онегина, вон Пушкин сидит, памятник. Да, вон, смотрите, какие домины, оба, со статуями, крыша. Ангелы. Ангелы какие-то, не три титаном покрыты, сланец. Насколько я знаю из разговора, здесь старый дом, вот. И к нему пристраивается новая пристройка. Вот если видно старый дом, очертания. И вот новый предел. Это все надо объединить в одну крышу. И покрыть натуралкой, натуральной черепицей. Утепление. Натуральная черепица, керамик. Керамическая, с глазурью. И отсюда планчик. Вот видно старый дом и к нему пристройка. Вижу металлоконструкции там сверху. Так, мы все ближе к верху. На мой взгляд, первое впечатление. Значит, дом по крыше квадратов 200 или 300 был старый. Вот, он демонтировал, вот здесь он был покрыт керамической черепицей. Видите, и, кстати, керамика с глазурью вообще дорогая. Чтобы увеличить площадь дома, сделал пристройку. Вот. И здесь надо будет новую стропильную конструкцию. Вот. И соединять две стропильные пристройку и основной дом вместе. И, соответственно, делать пирог и керамическую черепицу. Такая стоит задача. Но основные балки варятся из металлокаркаса. Нам надо повторять. Все это обшивается стропилами. Так, армопояс залит, здорово. Опалубку, наверное, судя по всему, недавно. Сейчас еще опалубку надо снимать. Сверху тоже точка армопояса. Тоже там, видимо, будет маурлак. Ребят, пока еще не знаю, потому что общее впечатление, а именно чертежи в электронном виде я не получал. Пока в голове каши. Но знаю точно, что клиент Кровельщиков хочет
с ними попрощаться, что-то чем-то им недоволен. И вот вышел на нас, и мы, в принципе, приехали навстречу. И сегодня будет, так сказать, момент X. Либо это аллилуйя, либо мы идем дальше. Что там, Вася? Да ничего, смотри просто. Тебя что-нибудь пугает? По кровле пугает. Нет? Кровлю надо утеплять, подшивку делать, водосток. Вот оно. Ну это, по всей видимости, эти в пыли старая черепица керамическая. Курамик. Да, нехилая, она недорогая. Дорогая. Покрыта блестящей глазурью. Вот. И хочет клиент тоже керамику сюда опять. Сейчас вот по такой стене. Сейчас тогда пройду к Ваське. Там хороший вид. Нет, встретил я все-таки, встречаю я все-таки М28 черепичку здесь, в этом месте. А это у него даже хозблок, да, там получается? Да. Банно-прачечный комбинат. О, смотри, тут какой вид. Самый верхний, кто? Вот это резиденция. Смотри, Вась, видел? Здесь. Округу, вокруг леса. Сплошная. Да, смотри, кровля-то он эркерок. Обрешетку вот, но неправильно делали. Обрешетка 100% от балды забита. Хочу сказать, что вот последняя, скажем так, здесь конек. Здесь по-любому они делали в один размер ее били, и под конек уже черепицу будет резать, что категорически запрещено. Надо рассчитывать обрешетку таким образом, от самого начала математически рассчитывать шаг, чтобы под самый конек, как и здесь, подходило целое. В наших видео это есть, без никакой резки. Иначе она будет съезжать, либо дырочки сверлить. Это неправильно. Вот он, Василий во всей красе. Вот это что такое? Это выравнивали. Выравнивали? Да. Ты посмотри. По-бразильски. Выпилили, потом подбили. И здесь. Вот что это такое? Вот стою я, друзья, отсюда хорошо видно. Вот пристройка новая. Вот это старый дом. Где вот мы находимся. Это пристройка. И значит, здесь надо вот металлоконструкции повторять стропилами. Но мне непонятно, как связуются, да, две стропильные системы двух зданий, да, в одном месте. Я так понимаю, это уже будет общая крыша в этом участке. В общем, надо проект с этим разбираться четко, потому что как бы здесь дымоход, в общем, тут залежи снега не было. Надо это смотреть. Вот. Хожу по армопоясу. Это вот верхняя пристройка, я так понял. Сюда будет. Тут морла, там. Металлоконструкции. Тоже вон там провал какой. Здесь сидит на металле, там на металле, а там 5 сантиметров. Тут тоже привет, сварщик. Называется. Чё-то да. Но сварка это не наша амбразура. А вон сварной. Ну, на самом деле интересный объект. Есть определенные подводные камни. Да. Но он нелегкий. Да, он нелегкий. Ну ладно, до скорых встреч.